Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Бельгия против Марокко. Пишите в комментариях свои прогнозы на эту игру. Через пару часов она стартует, и будет интересно почитать ваши предсказания, прогнозы на этот матч. Ну что же, разбираем первые туры обеих команд. Бельгия минимально переиграла сборную Канады, ну, так сказать, с натяжечкой. Лично мое мнение, ну вот бельгийцы отскочили, и для них просто, ну, вот за счастье, то что они вот получили 3 очка в первом туре. По поводу сборной Марокко, ну а что можно сказать? Они сыграли в ничью с сборной Хорватии, с финалистами прошлого чемпионата мира, и честно, вот не знаю, как для них заслуга вот это вот одно набранное очко, или же все-таки нет. Ну вот мы видим, что на 34-й минуте Ромелу Лукаку забивает, выводит сборную Бельгии вперед. И здесь уже нельзя сказать, что где-то бельгийцы отскочили. Получилось забить, молодцы, но вот мы видим забег Эн-Насери. Отличный пас от Мунира, дальше хороший пас на Чейра, и тот забивает. Даже в этом моменте Тибо Куртуа смог отбить мяч, но, к сожалению, с рикошетом таки мяч в итоге залетает в ворота сборной Бельгии. И счет становится 1-1. Перед самым перерывом сборная Марокко забивает, и счет на табло снова у нас ничейный, и второй тайм снова начнется с равенства обеих команд. Хороший дальний удар от Эн-Насери. Ну вот мы видим отличный забег Эдена Азара, как в лучшие годы в Челси, но переиграть Буну у бельгийца из мадридского Реала не получилось. Снова с мячом Ромелу Лукаку, и он забивает дубль. 60-я минута, час прошел, а счет уже у нас 2-1, и Лукаку оформляет дубль в сегодняшней встрече. И второй раз уже за этот матч выводит Бельгию вперед. Вот еще отличный пас от Лукаку на Тилеманс. Не получилось у полузащитника забить. Но и у Лукаку самого в этом моменте не получилось переиграть Буну. Вот отличные моменты у ворот бельгийцев создают марокканцы. И Эн-Насери забивает, сравнивает счет. 76-я минута. Снова ничейный счет. И, казалось бы, снова сейчас кто-то пойдет в атаку, скорее всего, может быть, бельгийцы, но нет. На самом деле, Чейр отдает пас на Эн-Насери, и он забивает дубль на 82-й минуте, выводит сборную Марокко вперед. Шикарный результат показывают марокканцы и одерживают победу над бельгийцами со счетом 3-2. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.